Знаю. Слева сразу перебивал, справа? Слева. Слева? Водитель вместе с другом ехал на работу. Шофер говорит, никак не ожидал появления зверя на дороге. Лось выбежал из лесного массива прямо перед автомобилем. Я его заметил в последний момент. Сильный удар был. Ну, судя по машине, не особо сильный. Как мог, так уходил. Это молодой лось. Его мать отогнала как раз прошлогодней. Сейчас новое потомство пошло. Он как глупенький выбегает, его тут не успевают тормозить и сбивают. Это очень, конечно, печально для охот коллективов, для нас вот особенно. Егеря говорят, что на этом участке трассы лоси частые гости. Чтобы водители были внимательны, здесь специально установлены соответствующие знаки. Но автомобилисты, как правило, мерами предосторожности пренебрегают. В данном случае водитель выбирает такую скорость, что даже остановиться не может, если резко где-то выходит зверь. В данном месте даже вот знаки установили специально, чтобы люди, водители видели, оберегались немножко от этого. Кузов легковой машины после столкновения с лосем сильно деформировался. Водителю теперь не только за свой счет придется восстанавливать «Ладу», но и платить штраф за убийство животного. Приходится наказывать таких водителей, конечно. Работники милиции свое будут, полиции, то есть. И мы уж за лося все равно с них штраф возьмем. Это в размере где-то 42 тысячи, по-моему, да?